Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас постоянно выходят новые видео. А также при подписке ставьте на значок звоночек, тогда вам будут приходить уведомления о том, что у нас вышло или появилось новое видео. Но сегодня мы с вами поговорим о гороскопе на декабрь 2017 года. Итак, по гороскопу на декабрь 2017 года всю первую декаду месяца и особенно со 2 по 4 декабря многие люди запомнят как негативный и довольно напряженный период. В это время могут очень неожиданно возникать различные конфликты, усилится напряженность как между людьми, так и между странами. 3 декабря 2017 года будет полнолуние, а ситуацию усугубит еще и понятное движение Меркурия. Постарайтесь не начинать важных дел до 8 декабря, так как все ваши начинания могут столкнуться с неожиданными трудностями и задержками, и, возможно, даже бюрократическими препонами. После 9 декабря состояние биосферы Земли значительно улучшится. Кроме того, Марс войдет в свой дом в знаке Скорпион. В этот период у людей активизируется жизнедеятельность, начнется подъем творческой энергии, появится желание наладить взаимоотношения, устранить конфликты. Взаимоотношения между людьми станут более позитивными и продуктивными. В период с 3 по 19 декабря многие могут получить вознаграждение за прошлые заслуги. 18 декабря 2017 года наступит новолуние, 20 декабря Сатурн, а 21 и Солнце войдут в знак Козерога. Все вместе взятое может создавать большие трудности в общении, понимании и провоцировать проблемы, как на международном уровне, так и в сфере бизнеса и простом общении людей. Неустойчивое состояние биосферы Земли будут в период с 20 по 28 декабря. В это время возможно снижение работоспособности, обострение воспалительных и простудных заболеваний. Из-за плохого самочувствия у многих могут сорваться выгодные сделки, переговоры, деловые связи окажутся малоэффективными. После 23 декабря 2017 года Меркурий вновь начнет свое директное движение и начнется выход из застоя. Кроме того, 25 декабря Венера войдет в знак Козерога и снизит влияние негативных аспектов и холодных энергий, которые привнесет Сатурн в знаке Козерог. К концу года, особенно после 27-28 декабря, жизненный потенциал многих людей начнет медленно возрастать, поэтому накануне встречи Нового года улучшится настроение, коммуникабельность, и появятся позитивные перспективы в профессиональной деятельности или в личных отношениях на ближайший год. Друзья, это был общий гороскоп на декабрь 2017 года. С вами был канал «Эзотерика для тебя». До новых встреч!